В соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов. Хорошую технику и отличную подготовку показали воспитанники 3-й и 10-й спортшкол города. Здесь мы видим уровень и показатели развития, в общем, тайского бокса в городе Сочи. Наш сплоченный коллектив и совместно с федерацией, совместно с департаментом спорта проводит большую работу для развития тайского бокса в городе Сочи. Есть сегодня у нас и чемпионы мира свои, есть чемпионы Европы, победители первенства России. Сегодня этот вид спорта является одним из самых массовых в городе Сочи. Кстати, спортсмены 10-й спортшколы Олимпийского резерва показали недавно хорошие результаты в Дагестане на турнире Южного и Северокавказского федеральных округов. Сборная Краснодарского края, в составе которой выступали сочинцы, заняла 2-е общекомандное место, пропустив вперед лидеров и хозяев турнира – команду Республики Дагестан. Спортсменами ДЮСШ-10 было занято более 10 первых мест и более 5 вторых мест. Во время подготовки к чемпионату Северокавказского и Южного федерального округа по тайскому боксу была проведена огромная работа Краснодарской краевой федерации тайского бокса в лице Панфутова Егора Олеговича, что дало очень благоприятный и плодотворный результат на данных соревнованиях. Городское же первенство, посвященное Дню защитника Отечества, выявило лучших спортсменов, которые отправятся на первенство Краснодарского края. Оно станет отборочным на всероссийский турнир.